Вот это все цельнодеревянная балка, брус. Вчера я смотрел, чтобы поставить вот эту вытяжку, вот этот колпак, вот в это место, но при осмотре выяснилось, что вот в этом месте идет большая балка. Вот это все цельнодеревянная балка, брус, который держит второй этаж. Естественно, вот здесь сверлить вот такого диаметра 6 инчей дыру невозможно, ибо эта балка сразу разделится пропилом пополам и ослабит всю конструкцию дома. То есть это не, ну, нельзя, это противозаконно и против конструкции, против всего. Поэтому единственное вот решение, чтобы вот этот колпак, который для вытяжки, его придется ставить не вот в такое положение, а в горизонтальное, вот туда, под потолок. Вот таким вот образом надо туда его поставить. Это единственное, как он там сможет работать и выгонять воздух. Другая задача, чтобы вот эту заслонку, поскольку он будет стоять вот в таком положении, то заслонка вот эта уже теряет свою функцию. И нужно будет придумать, каким образом заставить ее своим ходом закрываться. То есть она должна будет закрываться каким-то образом сама, когда воздух не дует. Есть пару мыслей, надо будет их проверить и немножко дополнить эту конструкцию, чтобы она вот в таком положении самозакрывалась.